Всем привет, дорогие мастера! С вами Russia Nail Shop и очередное видео для вас о финиш-покрытиях фирмы Tartisa. Это необычные финиши, это финиши с эффектом кошачий глаз. И сейчас я подробно покажу, какой получается эффект с помощью них. Использовать я буду вот такой магнит с держателем. Он очень легко вынимается, то есть его можно достать и держать торцом, тогда блик получается более ярко выраженный. А если прикладывать плашмя к поверхности, блик будет немножечко шире. Первый финиш, который я продемонстрирую, с золотистым эффектом, то есть золото. У меня подготовлены фоны, покрыты предварительно гель-лаками. Два черных фона я взяла под золото и серебро, ну классика жанра, классическое сочетание с темно-зеленый под зеленый, темно-синий под синий и темно-красный под, естественно, красный. Но можно легко перемещать их, то есть переставить местами типсы. Например, под красный финиш я положу черный фон, под серебро темно-красный и так далее. Сделаем сейчас вначале вот так, как было изначально, а потом я покажу на других фонах. Открываю предварительно мы его как гель-лак, обязательно перемешиваем. Консистенция у него достаточно густая, и на первый взгляд он кажется очень плотным. Наношу на поверхность, выглядит как золотистый гель-лак обычный. Наношу на поверхность, как обычный топ наносится, также и это покрытие. Берем магнит, прикладываем его плашмя. Направление может быть самое разное. Секунд 5 убираем с поверхности, получается такой яркий золотистый блик. Дело в том, что эти топы, они на витражной основе. То есть весь пигмент магнитный собирается в полоску, а все, что вокруг, остается такого сероватого цвета. Поэтому вот эти вот топы кошачий глаз наносят исключительно на темные фоны. Неважно, какие они, синие, красные, зеленые, но они должны быть темными. На светлом фоне будет выглядеть это очень некрасиво. Сейчас я просто для примера возьму. У меня здесь есть подготовленный желтый. Ну, казалось бы, желтый до золота будет красиво. Я наношу на желтый фон золото. Наношу. Растягиваю. Прикладываю точно так же магнит. Держу его определенное количество времени. Убираю. Видите, что получается? Блик видно, красивый, блестит, все. Но по краям плешь. То есть сами понимаете, что это, ну, непотребный вид. Поэтому используем только черную основу, темную основу под финиши кошачий глаз. Теперь я это сотру, и этот фон мне еще пригодится. Можно использовать просто сейчас сухую салфеточку, снять с поверхности. Потом продемонстрирую я на черном фоне другой цвет. Следующий — светлое серебро. Тоже такой цвет обычный, стальной, серебряный. Наношу его на поверхность. Черная поверхность, напоминаю, здесь у меня. Серебро и золото — это самые популярные оттенки, и они комбинируются абсолютно с любым цветом. То есть можно абсолютно на любой цвет их наносить. Прикладываем магнит. Держим. Убираем. Вот эффект, какой дает нам серебро. Тоже очень красивый, яркий блик. Следующий цвет зеленый. Немножечко его так покрутим, кистью перемешаем. Бутылочка немножко не соответствует тому, что внутри цвет позеленее, такой посочнее даже, я бы сказала. Более такой приближенный к кошачьему глазу, цвету кошачьих глаз. Наношу на фон. Фон темно-зеленый. Очень даже такое красивое сочетание получается. Наносим.
Он очень хорошо выравнивается. Многим топам это свойственно. Это радует, что он не полосит и ничего такого. Прикладываем магнит. Стараемся немножко так в бочок смотреть, чтобы не коснуться поверхности. Очень красивый блик. Зеленый такой яркий. Дальше синий цвет. А синий похож на хамелеон. То есть он такой с какими-то переливами, не совсем синий. Достаю кисть, наношу. Наношу, растягиваю. Прикладываем магнит. Вот у синего цвета блик немножечко поспокойнее, но его видно. То есть вот как он играет. Красиво. И последний топ, красный. А внутри он даже не красный, а такой терракотовый, красивый такой насыщенный цвет. Фон темно-бордовый. Наношу его на поверхность. Магнит прикладываем. Нет, он такой результат. Тоже не ярко выраженный, как первые два образца, а немножко приглушенный. Тоже очень интересный получается эффект. Будет очень хорошо на контрастном фоне. То есть здесь идеален был бы черный фон, потемнее. А теперь мы немножечко поиграем с цветами. Сделаем так. Я нанесу на черный фон, нанесу красный, на зеленый фон, ой, пардон, на зеленый фон нанесу золото, на синий фон нанесу серебро, на черный фон нанесу зеленый. Здесь у меня остается бордовый. Ну, бордовый с синим тоже будет, я думаю, неплохое сочетание. И начинаем с золота. Здесь уже без лишних слов, а просто смотрим на эффект. Поляризации данных топов 2 минуты в ультрафиолетовой лампе, 30-60 секунд в LED-лампе. Они без дисперсионного слоя, то есть снимать липкость после сушки не нужно. Также не нужно перекрывать обычным финишем после покрытия кошачьим глазом. Есть такие топы с эффектом кошачий глаз, с эффектом хамелеон, которые требуют еще дополнительного покрытия зачем-то. С этими такого нет. С финишами на сегодня покончено. То есть с кошачьим глазом я вас познакомила. Вот они эффекты, которые мы получили в последней результате, поменяв фоны местами. Очень красивые эффекты получились. Если возникают какие-то вопросы, пишите обязательно под видео, на все ответим. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч!